Dishonored 2012 ZeniMax Media Development with Arcana Studio, а также дополнительно ассоциация Bing Video. Bethesda Team или Беседка Team, команда Беседки. Студии Арканики. Разработано на нереальном движке. Нереальное ядро Engine, а также Scale Form, кривые формы. Ну что ж, всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка. И у нас с вами игра под названием Dishonored. Да, так как мне заплатили за нее еще в октябре 23-го, я сейчас записывать ее начал только в феврале 2024 года, когда на меня дошли немножечко руки. Что хочу вам сказать. Несколько ключевых моментов. Во-первых, проходить игру мы будем с вами с HD-текстурками. Второй момент. Не обращайте внимания на черные полосы по краям. Они сейчас пропадут, когда мы начнем нормально играть. К сожалению, соотношение сторон в главном меню только 16 на 9, а вот в игре уже будет все нормально. Значит, другой момент. Это игра моего юношества. Одна из любимых игр моего, ну так сказать, своего рода детства. Я немного раз ее, скажу честно, проходил. Что могу вам сказать, что у меня также на руке когда-то давно, в свое время, я сделал такую штатуровку, как у главного героя. Правда, единственное, что мне ее набили не совсем корректно. Я много уже с того момента переосмыслил, мой вам совет не делать ошибок. И не стоит, ребят, на себе делать какие-то либо татуировки, особенно когда захотите потом это все свести. Это больно, муторно, геморно, и оно того не стоит. Сделал тогда я почему, не знаю, что-то в голову просто вдарило. Не являлся на тот момент я таким фанатом этой игры, да, в принципе, как сейчас, я им тоже не являюсь. Игра будет пройдена у нас с вами полностью, максимально, целиком, мы ее обязательно с вами пройдем. Другой момент, а если вы видите сейчас это видео на моем канале, скорее всего, я ее прошел полностью. То есть публикацию начну только тогда, когда мы ее полностью целиком допроходим. Исключая DLC. То есть, когда мы с вами проходим полностью весь сюжет, мы начнем публикацию. Потом, после полной публикации, скорее всего, только потом уже приступлю к прохождению DLC. Конечно же, все DLC мы с вами пройдем. Планируется прохождение игры полностью на максималках. Ну, за исключением, наверное, супер максимальной сложности. Мы ее поставим высокое. А искать все руны, шмуны и прочую лабудень, конечно же, мы с вами обязательно будем. То есть это полностью со всеми местоположениями, что где находится, будем искать... дрестать, короче, и полностью все то, что положено, как обычно, мы с вами будем делать. Значит, повторяюсь, напоминаю еще раз, игра с HD-текстурками, которую я ставил о том, как это делать. У меня был гайд один на канале. И другой момент. Значит, давайте посмотрим настройки с вами. Это пить зелье обмана автоматически, режим убийства часто, так, убийство крупнопланом часто, автосохранение дневники в кэл, интенсивность дрожания максималка. Не знаю зачем, правда, это, походу, режим Паркинсона, я так понимаю, какой-то либо тремор, режим тремора на максималках. Интерфейс показывает индикаторы здоровья маны всегда, всегда, не всегда. Показывать окошки с задачами, но это чтобы было тоже всегда, пускай будет тип прицела среднее, упрощенный, либо выкол. Что значит слово упрощенный прицел? Или вообще выкол? Не, вообще выкол нам не надо, мы же не в ридер, но ты играем. Движение прицела, конечно же, чтобы прицел двигался, то хрен, он будет на месте стоять. Прозрачность прицела соточка. Конечно же, как всегда, управление нам это, я думаю, не надо. На геймпаде, если стоит вибрация, конечно, мы ее отключим, чтобы у меня сейчас там мой геймпад просто со стола не уехал куда-нибудь там, а пол не ударился. Автоприцел, это, конечно, все очень здорово. Помощь прицеливания, да, спасибо большое. Я очень рад, значит. Настройки яркости, в принципе, вроде как все стабильно и так, да? Я думаю, что все нормально, не нужно это нам с вами. Значит, поле зрения 75, детализация текстур, конечно же, высокая, модели тоже на высокий, лучи света в КЛ, еще вот если была трассировка лучей, был вообще ништяк, ну ладно. Режим сглаживания MLAA, либо же F-выкл, либо FXA, я лучше MLAA предпочтение отдам. FXA немножечко просто замыливает картинку. Тени от крыс, конечно же, в КЛ, чтобы у нас с вами крыски наши были также... Совсем тенями все-таки. Это какое-то принижение чувства крыс, тогда иначе получится. Общая громкость. Ну, короче, все на сотку. Все разговоры режим субтитров. Настройка колонок авто. Но я надеюсь, что он сам в умном формате расставит все как положено. Значит, the boldest missures are the safest. Короче, какая-то... Какой-то boldest, миссура, безопасно. Что-то, короче, что-то безопасно. Какая-то миссура, что-то безопасная миссура. Ладно. Новая игра. Низкая, режим для новичков, противник наносит меньше урон, здоровье быстрее становится, эффект от зелья усилен. Средняя, бой скрытно перемещается, сопряжено с определенными трудностями, противник наносит стандартный, урон эффекта зелья также стандартный. Сложный режим предназначен для опытных игроков, противник наносит больше, наносит повышенный урон, могут заметить и слышать вас с большего расстояния. Но высочайший, конечно же, мы не будем. Противник наносит очень большой урон, легко замечает, а зелье менее эффективно. Давайте лучше вот высокое. Сложный режим для опытных игроков. Я не назову себя опытным, но, в принципе, в целом, припоминаю, как выглядит игра. Кстати говоря, хочу проходить игру. Я также
на низком уровне хаоса. Я надеюсь, что у меня это получится. Сложный режим. Ну, давайте, наверное, сложный. Ну, так сказать, больше просто несколько реализма придадим. Значит, яркость у нас с вами стоит так, чтобы едва различать самый темный символ. Нет, по-моему, это по-моему, трындец. Подожди. Давай оставим стандартный формат. Я думаю, что вам нормально все должно быть видно. Я вот на своем просто со второго монитора сейчас все оцениваю. Вроде как все нормально видно. В предсказании новой игры предыдущее состояние будет предзаписано. Продолжить? Конечно же, нет. All Expondes. Башня Данула. Данул. Возвращение домой. За последние несколько месяцев вы объехали разные земли, пытаясь найти помощь в борьбе с крысиной чумой. Теперь вы вернулись домой и должны сообщить о результатах поездки императрице на службе, которая стоите в чине лорда-защитника. Корво, мне бы хотелось ставить вас здесь и отправить кого-то еще, но больше никому не доверяю. Глава тайной службы прав. Ехать должны вы. Bethesda Softworks Presents. Чума отняла столько жизней, мы должны найти от нее средства. Когда вы рядом, мое сердце спокойно. Видишь как? Пис. Говорит у нее. Пис. Сердце ее пис. Писает. Анаркана Студио, также мы с вами будем считать дни вашего возвращения. Скорее возвращайтесь с хорошими вестями. Конечно же. Конечно же, к нашей императрице. Шальная императрица. Река Рейвенхем. Какая-то, походу, мы что, в Германии, что ли? Рейнхевен. Хевен — это типа небеса. Что говорит Ватчет? Говорит, смотри, отдать швартовары. Отходим, готово. Ништяк. Смотрите по сторонам, используя мышь. Нигде мышь-то нет. Курс на башню. Лорд Корво приносит новости для императрицы. Что-то говорит. Чё? Долгий путь, да, с плохими новостями. Моряки говорят, что нас прокляли. Черная магия. Суеверие. Может, лекарство от чему уже придумали. Play by now. Maybe. Может, и так странные нынче времена. Телохранитель императрицы сослалась поручением на несколько месяцев. Очень странно. Поручение было важное. Нам нужна помощь, чтобы отправиться с чумой. О, врата открывают. Смотри, какой замок. Замок Галкина, походу. Хотя у него поменьше он, конечно, был. Но сейчас для него это, по-моему, уже никакого значения не имеет. Помню, там замок где был. Эй, там! Мы поднимаемся. Давай, там. Шлюз закрыт, мы готовы. Если шлюз закрыт, то интернет работать не будет. Открывать вентили и поднимаемся. Смотри, какие у нас с тобой встречают водопады. Ништяковские. Наконец-то мы дома. Там, наверное, брызгать должно, не знаю как. Наверное, громкость будет высоковата, я потом ее пододбавлю. Давление постоянное. При постоянном давлении кроволун надо принимать. И стоп, вырубай. Корво, должно быть, императрица ждет ваших вестей. Вестей, новостей. Перемещайтесь с помощью WASD. WASD. Вот теперь ништяковское изображение. Мне нравится. Теперь понял, что говорит. Да-да, давление было слишком низкое. Это новые машины такие чуткие. Machines. Возвращение, лорд-защитник. Ну, вон, видишь, какие текстурки стали получше. Тавер Интеранс. Башня. Офицер стражи. Я лично примет вас в павильоне. Здорово. Ой, что там? Ой, Кора, ты вернулся. Какая маленькая хорошая девочка. В обниматься, по-моему. Скажи мне поездки, ну, пожалуйста, видел китов? Ой, меня даже поцеловали, батюшки. Подожди, сначала сыграем в прятки. Я буду водить, а ты прячься. У тебя есть время? Мама занята, у нее мерзкий старик, глава тайной службы. Как мне кажется, обниматься, целоваться с маленькими девочками, у меня есть не товарищ. Не будем, конечно, про него говорить. Не знаю, кого еще не посадили за такие деяния. Но как бы обниматься с маленькой чужой девочкой и мужику, которому, скорее всего, может, по-моему, за 30, главному-то герою, как тому товарищу, это, по-моему, такое стремноватое затея. За это дело могут как бы посадить. Поэтому будьте аккуратнее, ребята. Если вам за 30 с лишним лет обниматься, целоваться с маленькими девочками, вас потом за педофилию как бы посадят. Будет как в той песне. Ты засадишь ей в очко, она тебя в СИЗО. Давайте попробуем. Извини, Эмилин, мне нужно увидеть твою матушку. Давай попробуем. Сейчас будем с тобой в прятки играть. Новое доп-задание. Доп-встреча с Эмили под каменным мостом. Что-то как-то куда-то нас маленькая девочка ведет. 30-летнего мужика, знаете, такое себе на самом деле. Особенно тут ей даже 16 лет-то нету. Здесь даже как бы закон о согласии-то не действует.
Ты еще получишь мне лазь, когда я тебя заберусь на крышу. Давай смотрим, вдруг ты должен спрятаться. Закрой глаза, стану читать, а потом постараюсь тебя найти. Try and find you. Я вот так буду считать до 10. Прячься. Find beside. Режим скрытый режим. Нажмите C, чтобы перейти в скрытый режим, спрячься какие-нибудь предметы скрытым режимом и меньше наносить шума при ходьбе. Побежали, побежали. Наши ноженьки устали. Оп, сюда присядем. Ать. Секс. Here I come. Смотри, какое дерево сгнившее. Куда-то направился. А, ну потому что, типа, ветер дует с моря. Ветер с моря дул. Дерево он сдул. И поэтому оно так вот направлено в ту сторону. Императрица Джессамина. Чайки какие-то, смотри, у них даже вот какие-то анимации 20 FPS-ные. Да, разработчики из беседки молодцы, явно постарались. Смотри, артефакты какие-то, он фиолетовый, видишь, точки фиолетовые. Видишь, бедная моя 3090, как она себя чувствует? Прикинь, никак себя не чувствует. Вообще тихо работает. Вот это великолепие. Скоро у нас с вами будет 48, ребята, в апреле месяце, поэтому у нас с вами будет тишина. Будет тишина у нас с вами. Будет такая тишина, вы себе даже представить не можете. Будет просто блаженство. Какие-то заводы непонятные. Пойму, это Химки, что ли? Как это там называется? Я забыл. Где-то какой-то есть этот самый. Котельники, Химки. Чё она там? Отыскала меня? Ты где там, подруга? Чё по заданиям? Где задание? Походу, все еще ищет меня. Ищет, да поляшком дрищет. Ха! Ладно. Хватит юмора. Смотри, какие флаги синие развиваются на... Какие-то, вау, замок какой крутой. Да, со сглаживанием здесь, ребята, на самом деле проблема. Игра старенькая, поэтому здесь только MFA есть. И FXA, и все. Но вроде как это MFA, нет размытости. Камушки такие вот. Ну, это искусственный интеллект обрабатывал текстурки, поэтому... Нечему удивляться. Однако весь мир и главные наши с вами герои, основные, они, по крайней мере, вожди. Чё, все? Ну и... Ты там уснула, что ли, подруга? А, вон она стоит. Не уснула. Чего у тебя там, скрипт забаговался, что ли? Эй! Как-то долго она меня, по-моему, ищет, вам не кажется, нет? Она вообще меня ищет, нет? Эй! Слышишь? Можно вот так вот еще выглядывать. Без палева. Я знаю такой фишечки. Ать! Это режим алкаша называется, когда ты вот так вот перебираешь кнопки. Ну и чего ты? Покажите мне задание. Какая кнопка задания посмотреть? Как нажать надо? Куда нажать? Но она не сказала, что у нас сдается. Что у тебя с твоими скриптами случилось? Сколько раз проходили? Нормально все было. Подруга, не заставляй меня перебирать все кнопки на клавиатуре. То я сейчас чувствую, у меня просто-напросто какой-нибудь краш случится. Раз, два, три, четыре, пять. Ни одна из кнопок не показывает мне задание. Вообще ни одна. Ну и что? Короче, будем считать, что она забаговалась. Все равно это задание не настолько важное. Ты чё, слышь? Я тебя нашла. Неужели ты правда хотел спрятаться? Кор, пожалуйста, дай сыграем последний разочек. Чтоб ты опять забаговалась.
Серьезно? Ладно, окей. Я спрячусь как следует, считаю до 10. Что за... Что это было? Давай, ладно, в другое место сядем. Вот сюда сядем. Ну там просто нечестно, там читерское место, она туда не ходит. Я не понимаю, как это работает вообще. Она стояла просто на месте. Нам сколько времени это было ждать, пока она типа сдастся? Она прям смотрела туда, палила специально, намеренно. У меня не было такого, ребят, бага. Это, наверное, потому что я винду менял, а игру не переустановил. Вот, по всей видимости, вот теперь они сейчас будут вот такие вот у меня все тут. Багаюзерские. Ну и... Не, ребят, это... Это страшно. А можно ее придушить немножко? Усыпить. Смотри, видишь, она стоит вообще. Не считает ничего. Подруга. Чего? Пианино заиграло. Пусть пианисты тоже сюда выходят. Или что, это аккордеон был? То ли звук пианино, то ли аккордеона, хрен его поймешь, что за этот самый. За устройство. Ничего страшного. Все? Что-то она вообще подруга. Чё с тобой? У нее, походу, режим аутизма включился случайно. Вдруг ни с того ни с сего. Ладно. Без проблем. Ничего страшного. Провалено так провалено. Но что-то мне это не нравится, ребята. Мне это очень не нравится. Прощай, лорд защитник. Здорово. Мне его жест не нравится. Про правую руку вверх поднимает. Не двигайся, Камбл, а вы, Корова, добро пожаловать, куда вы не вернулись. Он объехал все острова, просил у них помощи. Напрасно трата времени, мой эликсир, вождь спросит город, о чем мы, верховный смотритель. Замрите на мгновение. Нормально, это же этот, как его зовут? Антон Соколов. Ни хрена себе, Соколов. А я думал, сова. Или как его там этот? Соколов. Какие они там еще там этот? Репин. Какие они там еще были? Всякие эти художники. Ну, на Давинчика. На Дайвинчика он не похож. Очевидно. Терстража, ладно. Даже не сомневайся. Здрасте. Ой, какая красоточка. Служанка. Можете поговорить? Добрый, говорит, и день, ваша милость, говорит. Это не преступники, а больные люди. Это не дегенераты, а инвалиды. Они мои подданные, мы спасем их от чумы, если это возможно. Всех. All of them. Хорошо. Больше мы не будем к этому возвращаться. Мама, Корва вернулся. Спасибо, Эмили. Прошу вас, оставьте нас. Как будет угодно, ваше величество. О, Лысый из Дизонорда. Лысый из Дизонорда. Корва, вернулись на 2 дня раньше. Умеете упомянуть сюрпризы? Смотри, как эти его лысины просто отблескивают в режиме ртосировки лучи. Лучи просто отблёстывают от его лысой балды. Леди Эмили. Какая удача, что вы вернулись. Какие вести вы прислали? Принесли. Письмо, передайте письмо. Давай передадим. Опть, вот тебе письмо. Из этого, из Хогвартса. Вон, сова летит как раз, видишь? Встретить с императрицей в беседке. В беседке от беседки. Я надеюсь, что хотя в одном городе уже умереть с чем-то подобным. Знаю, чем это лечить. Скверные новости, мы на краю пропасти. О, все пропали, ребята. Трусы, они собираются начать блокаду, хотят положить, пока город превратится в кладбище. Мама, ты что? Мне кажется, что ты грустишь. Не волнуйся, дорогая, все хорошо. Мама говорит, в порядке. Стоп, а где стражи? Кто стал стражи? Они на перерыв, они на перекур, походу, пошли. Вот же курильщики, наркоманы сраные. А, ну-ка, стоять, бояться. Бой, нажмите левую кнопку мыши, чтобы атаковать правой рукой, если вы выбрали оружие или умение для левой руки. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы атаковать левой. Нажмите налево, чтобы атаковать правой, нажмите правую, чтобы атаковать левой. Логично. Стоять, бояться. Удерживайте левый контрол, чтобы заблокировать удар вражеского клинка. Если правильно подать время, вы выбьете противника, то надеюсь, сможете нанести ответный удар. Ответный удар. Вот. На тебе. Ай.
Стоять бояться. Денег не брать, алкашня. На тебе, воркаут. Чтобы выстрелить пистолета. Все, подруга, не боись. Спасибо, Кура, если бы не вы. Ой, ты че, собака? Какой-то зеленый свет. Убирай. На, леща, бабе. Правильно, чтобы послушная была. Эть. Все. Бабу убили. Сорян. Сорян, подруга. Ей просто аппендицит удалили. Все в порядке. Подруга. Корва, все рушится. Найдите. Найдите Эмили. Защитите ее. Больше никого не осталось. Вы знаете, что делать. Да? Корва? Все. Да, конечно, вот они с перекуры пришли, алкашня. Храни нас небо, смотрите, что он сделал. Да, он убил императрицу. Никто никого не убивал, алкаши, вы чё? Лысый? Да-да, два лысых. Предатель, что ты сделал сегодня леди Эмили. Ее собственный телохранитель. Какая ирония. За это тебе отрубит голову, Корва. Взять его. Дрынь, клеща. Можно было вообще-то самообороняться, можно было отбить его удар. Dishonored. Короче, нормально. Тюрьма Кортридж мы с вами продолжим уже в следующей серии. Давайте пока что там остановимся. А в следующей серии тогда продолжим. Как раз у нас с собой нормально 21 минута получилось. Все последующие серии, скорее всего, особенно после тюрьмы, я сейчас заодно проверю, посмотрю, какая там была там у нас с тобой громкость там и прочее-прочее. И мы с тобой тогда уже как раз-таки нормально в следующей серии продолжим. Все, доведу, так сказать, до ума. Может быть, чуть насыщенно смотрю. У меня, по-моему, лицо мое перенасыщенное немножко было. Может быть, чуть пододбавлю как раз. Разберемся. Спасибо огромное за внимание, ребятушки, за ваш просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Это огромное количество гайдов, летсплеев, все крутое сможете найти мне на канале. С вами был Чуранка. Не переключайтесь, до новых встреч. И пока-пока. Скоро увидимся. Всем покедова.